Привет. Захекались мы с Аллочкой, как на Украине говорят. Начинаем готовить под огурцы. То я читал там в интернете, выкопать лопатой траншею, потом туда растительные остатки, перегной, опилки, перегной конский желательно, лучше. Но можно и крупного рогатого скота, но чтобы был не свежий. Вот. Поэтому мы, чтобы лопатой от этой не копать. Ой, вот она, красавица стоит. Ну это ж, сколько ж нею копать? Махать. Можно. Махать? Махать, точно. Хозяйка сказала махать. Знаешь, мы, чтобы не махать, тягали. Взяли вот такой плужок есть у нас. Вот видите? Сейчас я вам его покажу. Вот такой плужочек. Вот это мы им подгортаем картофель. Вот он с ручками. Вот такая ручка. Видите, вот это один тянет впереди. Аллочка у меня тянет, а я вот так вот руками беру и нажимаю вниз. И получается вот такая вот канавка по глубине, видите? Вот. Вот она. Вот она. Вот это у нас под огурцы. Потом тут мы забьем колья дубовые у нас есть. Метра через три, наверное, да, друг от друга. Потом натягиваем сетку огуречную. И все. А перед этим вот перегной у нас уже в тачке стоит. Видите? Ну, мы, коровы у нас нету, это поросята были. Ну, мы ж порезали, я уже и мясо поел. Там чуть-чуть осталось. Вон Аллочка, видите, как выгребает. Аллочка, чуть-чуть в сторону. Вот. И вот это вот. Потом там у нас есть куриный, голубиный стоит. И вот, вот такие вот растительные остатки. Видите? Вот. Сказала хозяйка, что делаем дренаж. Ну, значит, делаем дренаж. Чи я против? Я ж не против. Дренаж, чи мандраж, чи шо оно, шо скажет, то и будем делать. Так, Жалочка? Вот уж. Вот, вот такая у нас канава получилась. Ну, еще придется пройти. Конечно, это вот тоже у нас тут лет пять мы скидываем. Видите, вот такая куча. Вот это я верхнее уберу. Будет на прошлый, позапрошлый, то есть на будущий, на следующие года. А внизу там уже готовый как бы торф. Перегной, торф. Вот. Ну, это у нас тут крыжовник такой растет. Видите, надо чистить. А это уже Аллочка приготовила тепличку уже, видите? Осталось мне стекла тут кое-где поменять. И пленкой обить. И будем начинать высевать семена на рассаду. Вот. Вот такие вот дела. Чесночок растет, все нормально. Вот. И вот мы сюда наложим растительные остатки, потом перегной перемешаем, потом песочком чуть присыпем, потом посеем семена, а потом пригорнем. И все. И сделаем чуть-чуть ниже почвы. Вот так. Вот. Где-то вот так. Вот так. Вот. А здесь, чтобы оставался небольшой, чтобы поливать шлангу положить, и она будет вот так вот водичка бежать. И расход воды
меньше, электроэнергии меньше, и все будет нормально. Вон Аллочка уже шуршит, видите, уже остатки. Аллочка, аккуратненько в ручеечек, не надо как попало, надо красиво, ровненько делать. Давай я буду тебя учить, Аллочка, как надо делать. Ты будешь... как же без твоего учения, только без... с твоим учением. Это не учение, Аллочка, это чуткое руководство. Да, работать, как говорится, и дурак сможет, а вот поруководить попробуй, это вам не мелочь по карманам тырить. Поняли? Ну, вот такие дела. Ну, все, будем и продолжать. Давайте, пока.